Какие машины чиновники могут заказывать за госсчет? Правительство определило максимальную цену. Новые правила будут действовать со следующего года. Руководителям федеральных ведомств и заместителям начальников положены автомобили не дороже 2,5 миллионов рублей. Предел мощности 200 лошадиных сил. Для глав структурных подразделений ввели лимит цены 1,5 миллиона. Также ограничена стоимость смартфонов не больше 15 тысяч рублей. Еще один пункт касается обстановки в кабинете. Мебель из ценных пород дерева и натуральной кожи полагается только руководителям высшего звена.